идея возникла, откровенно говоря, мне, моему клубу, но это получилось буквально пару дней. И это как костер, где подброшена сухая дрова, и она вспыхнула, идея, все говорили «да, да, да». Это наш самый лучший юношеский хор. Это Лепасский симфонический оркестр. Это Инесса Галанта, Сергей Сьегерс. В Украине дети, которые пострадали от российской агрессии, которые потеряли родителей. И мы же можем им помочь, мы же можем собрать деньги, мы можем их привести хотя бы на пару недель, хотя бы немножко показать, что мир вместе с вами. Даже я думаю, что самое главное, это показать Украине, что мы с вами, мы оцениваем, что вы сейчас боретесь. Может быть, не дай бог, и вместо нас, если мы заранее не поступили в НАТО и в Евросоюз, кто знает, как было бы. Но мы это оцениваем. Це власне захід, який повністю організований латвійцями. Спочатку це була ініціатива Ротарі клубу, а потім до цього проекту підключилася спікер Сейму латвійського. От такий вийшов захід, і ми сюди приїхали на запрошення, і це величезна честь, я вважаю, коли люди роблять таку чудову справу. Передовсім я хочу подякувати людям, так, які це все організували, і подякувати артистам тим, які зголосилися, і тим, хто приїхали сюди для того, щоб долучитися до цієї благочинної акції. Все художники на сцене выступают бесплатно. Все деньги собираются через... У нас есть такой интернет-портал, пожертвовать ЛВ, через него вы можете перечислить деньги. Нас очень много, которые поддерживают на этот день. У нас уже собрано 50 тысяч евро. 50 тысяч евро уже собрано до концерта, да. И во время концерта, и еще через неделю у нас будет телевидение, концерт на телевидении, и тогда тоже пойдет пожертвование по телевидению. Вообще-то поняли за это время, что значит, что у нас нет войны. То, что за счет войны дети терпят того, что погибли родные или остаются даже одинокими, я думаю, что каждому, не только Латвии, каждому государству нужно помочь Украине, чтобы не только восстановить мир на территории Украины, но чтобы все были бы счастливы. Искусство сами вот хотели подарить, и мы эту программу делали так, что мы спрашивали, ну вот что вы хотите спеть в этот вечер, да, и потом это все вместе получилось очень красиво.